привет, друзья! Вы на канале PlayPro. Алихан, иди сюда. Ага. Мы хотим сказать о сегодняшнем рождении. Да, ребята, этот день начинался с того. Ну, моя сестренка проснулась, короче, рано утром. Да. Потом я проснулся. Она там мультики смотрела, я проснулся. Потом ей начали там поздравлять. Родственники. Я дождался момента, когда ее все поздравят, потом подошел к ней и вручил. Покажи, вот какой слайм. Этот слайм. Да, смотрите, она так рада была. Я так закричала. Покажи им нашим подписчикам кусок. Вот. Вот, смотрите, он такой классный. Только он рвется. Это лизун. Да, это лизун. Там еще какой-то. Тут еще пони вот такой. Пони вот такая. Напишите в комментариях, что это за пони. Как ее зовут? Я просто не помню, как ее зовут. Да. Вот, давайте положим обратно. Так, вот. Ну, дальше продолжай. Вот столько подарков у нас. Вот. Давай. И вот, мы проснулись, помылись, потом покушали, и мы с мамой пошли в парикмахерскую. И вот такие дулечки сделать. Ну, мы так долго это делали, а Алихан остался дома. А после парикмахерской мы поехали в кафе. Там еще никого не было. И мы веселились, пока бегали там, ждали людей. Потом самые первые гости, это была Алина, вот. Ее одноклассница. Мы ее встретили, и она спустилась, и мы с ней играли. Потом еще и еще пришли, и мы вместе все играли. Ей вот столько... Потом пришла подруга моя, ее зовут Жанель, и она мне подарила такой слайм. Он липучий, да. И сказали туда что-то добавить. Он какой-то липучий, и Жанель мне сказала, что добавить туда соду и воду. Интересно, зачем? Напишите в комментариях. Если он липкий. Да. Там вот еще кучу подарков ребята подарили моей сестре. Там еще конверты, там ребята. Да. Там 40 тысяч нам подарили деньгами. Ну, тут очень много. Давай с первого. Вот, мне моя подруга подарила, ну, вот такие конфеты. Представляете? Вот. С Новым годом! Новый год уже прошел. Она, наверное, заранее. Вот, ребята, тут такие вкусные конфеты, смотрите. Ага. Второе, это вот такое мыло. Смотрите, можно? Смотрите, ребята. Вау! Это она, получается, сразу за Хэллоуин нам подарила, за Новый год. А второй подарок, это мыло. Мы можем сделать... свое мыло. Вот такой дельфинчик можем сделать. Смотрите. Такой кит. Это мне подарила моя подруга Айдана. Вот смотрите, ребята, какой кит. Вот. Словили? Это не кит, это... И вот она еще мне подарила вот такой набор. Тут можно делать снег. Но это не настоящий снег. Это какая-то лаборатория. Мы будем... Да, искусственный, да? Да, смотрите, ребята, какой здесь пакет классный. Давайте напишите в комментариях, какой вам лом нравится. Вот. Будет под номером 1. Это под 2. Запомнили, вот 2, 1, 2, 3, 4. Потом здесь 5. Скажите, как их зовут? Я просто не понимаю. Я просто по-английски не могу говорить. А второй подарок, это очень классный. Давай. Это мастер-класс. Смотрите, это мастер-класс. Можно делать сами духи. Вот такой мастер-класс. Покажи. Оно будет пахнуть со вкусом мандарина или апельсина, не знаю. Вот, я делаю духи. О, да, ребята. Мы можем сделать. В следующем видео, ребята, мы будем с вами все распаковывать и с вами это делать, ребята. Да. Да. Вот, мы будем делать с вами духи, ребята. Это реально будет супер. А теперь давайте мы откроем
конверты. Конверты. Давайте все вытащим и каждый по очереди будет читать. Да. Сколько здесь его? Тебе раз. Раз. Мне Ой, два. Давайте два. Тебе три. Мне четыре и пять. У тебя будет три, а у меня два конвертика. Хорошо. Тут пять. О, сколько у нас подарков. Давай это все так сделаем. Давай я первая. Красивая. Давай я первая. Да, давай. Читаю первую. Вот, с днем рождения. Это от Миланы. Тут вот... От Миланы. Там. Тут ничего нет, потому что мама моя забрала. Мы все забрали там. Давайте вторую я. Аня, давай ты сразу все прочитай. И вот, поздравляю. А там вообще классный конверт. Тут написано, Алижан, с днем рождения от Жанель. Это что? С днем рождения. А, все. Давай. И вот. И самый последний. Красиво. Это днем рождения, вот. Тут написано, тебе желаю всей душой днем рождения, удачи, богатства, любви и везения. Всегда оставайся веселой, красивой, а самое главное, очень счастливой. В рифму. Теперь ты начинай. Это кто подарил, как ты думаешь? Это вот. Это Амира и Айза, близняшки. Близняшки. Так, они написали, Аежан, пусть каждое мгновенье исполняется одно из самых сказочных желаний. И все, как тебе хочется, случается. И будет жизнь чудеснее ожиданий от Амиры и Айз. Теперь так, второй, самый последний. Тут а есть... тут вообще ничего, а тут просто конверт. Это мне подарила Арука. Ну все, ребята, в принципе, мы все вам рассказали. Вот шарики. Кстати, исполнилось моей сестренке 8 лет. У него такое красивое платье. Вот. А на следующем видео мы будем это все распаковывать. Так что всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока!